из-за боковой здесь Ермилов. Он вбросит далеко, чем там Земсков будет обрабатывать этот мяч. Гол! Вы видели? Вы это видели? Это Перфилов, это левая нога Перфилова, если быть совсем точным. Какой удар мощный получается! Просто браво! Ну и здесь просто теперь сумасшествие на трибунах. Хочу повтор. Я думаю, что я не один. Земсков здесь в прыжке. И без шансов практически для Данила Рязанова. В касание не стал обрабатывать и Жаров. Браво! Не стал мешать партнеру.